Видишь, за 2 года мы крестили 80 человек там, а там не было ни одного верующего. И создалась там церковь, где люди по сегодняшний день посещают, поклоняются Богу, молятся, поют. Ты мой свет, ты свет моей кромешной. Конец 80-х – это как раз было определение свободы. Меня накрываешь. Но самая религиозная страна, я считаю, что это Америка. И нет другого. Есть такое понятие призвание, а это судьба. Поэтому я получил призвание служить здесь, служить этому народу, и я это делаю уже почти 30 лет. У тебя в моей душе, здесь на земле, спасение свое найду в твоей руке. О, мой Бог, пою тебе о том, что тебе нет подобных, рано утром буду искать. Что такое церковь? Это экклесия. Душе, здесь на земле, спасение свое найду в твоей руке.